Кисловодск, проспект Ленина, в районе улицы Урицкого. Сейчас, видимо, называется уже Ходжаева. Вот строится новый пансионат. Вот это новая аллея, которая ведет к бывшему гостинице «Кавказ» на проспект Дзержинского. Это санаторий «Электроника». Сам проспект Ленина, который после ремонта. Вот такая панорама. Сегодня относительно такая весенняя погода. Туда дальше вход в санаторий, бывший санаторий РЖД «Долина Нарзанов», по-моему, назывался он. Я сейчас не знаю, как название его. Говорят, перепродали его. РЖД продал, вроде бы его другой новый хозяин. Вот. И вот такой вот проспект Ленина, 13 декабря. Вот поэтому аллея я ходил, вроде бы видео на моем канале есть, но сейчас особо тут нет ничего интересного. Значит, вот эти цветочки были тут, клумбочки посажены, скамейки сделаны, плиточку положили, светильники стоят. Ох, хорошо ухоженно все сделали. Вот такой вот. Там сейчас новый санаторий построили на месте бывшей гостиницы «Кавказ». Туда не пойду. Вот. Показываю вам, какие есть тут изменения. Ну вот, прошелся по Кисловодску. О, давайте, наверное, вот тут пройдем. Смотрю, тут дорожка открыта. Ну, давайте прогуляемся. Там, вон, видите, вон крест поставили вот такой вот. Вот крест, видите, какой. Сейчас пройдемся немножко по территории. Проспект Ленина я ходил и летом, и осенью, так что все там есть. А вот к храму пройдем, посмотрим. Видите, вход в храм. Тут, видите, дорожку делают. Ступеньки будут. Ну, давайте пройдем, посмотрим. Куда нас выведет она? Здесь благоустраивать надо. Видимо, благоустроят территорию.
Ну правильно, здесь должен быть нормальный вид на эту территорию. Тут тоже что-то вот строительство какое-то будет. Здесь вот мусорная свалка была, убрали ее. Я делал видео. Но это радует. Строительный мусор здесь был. Вот санаторий электроника, вид сзади. И вот здесь будет какой-то семейный пансионат. Наверное, старые деревья попилили. Вот стройка идет. Епархия расширяется, наверное. Вот храм Пантелеймона. К нему вышли. Ну правильно, здесь проход должен быть. Здесь, видимо, уже все, никто не живет. Дом стоял тут в одиночестве. Вот этот один. И вот красавец храм. Это вот корпус военного санатория. Тут маленькая церквушка. И рядом спальня, корпус военного санатория. И вот к храму подошли. Я уже делаю не первое видео этого красивого храма. И колокольный звон был красавец. Вот такая тут территория. Он уже, видимо, работает. Уже отсюда, видимо, храм открыт написано, да. Ну, не знаю, иногда запрещают видео делать. Я зайду посмотрю, а видео делать не буду. Колокольня. Кто желает посмотреть фотографии, я сделаю. Заходите в Одноклассниках, группа Кисловодск, лучшие фото. Я там все размещаю, много фотографий, красивый город и с его недостатками. Поэтому я показываю все то, что я вижу. Ну, это все продолжение корпуса военного санатория. Сейчас храм обойдем вокруг. Вот такой старинный корпус. Тут, видимо, часть на ремонте уже. Вот эта часть здесь никто не живет, я так думаю.
либо на ремонте, либо что-то еще. Здесь раньше был санаторий Родина, а потом, видимо, выкупил санаторий Димитрова, стал. Здесь, по-моему, это называется третий корпус или второй корпус санатория Димитрова. Вот такой храм. Это санаторий. Вид сзади — электроника. Вот такие тут красивые ступеньки. Ага, вот тут раньше вход в храм был. Теперь его перенесли на главное. Видимо, там работы закончили уже. Ну, пройдем сейчас, посмотрим. Пантелеймоновский храм. Друзья, до новых встреч из Кисловодска.